Друзья, всем привет! Сегодня сделаю такое небольшое видео, лайфхак для тех, кто занимается монтажом натяжных потолков. Как одному установить профиль для гардины под натяжным потолком. В общем, как это сделать самостоятельно. Ну, в общем, два подвеса на длине там 3 метра. И с каждой стороны делаем вот такие вот ушки, прорези. Потом эти ушки загибаем. Вот так вот. Оп. С этой стороны и с той стороны тоже такие же ушки. Так. И теперь нам нужно эту гардину закрепить на потолке. Для этого с этой стороны я прибил профиль 27 на 60, чтобы он служил мне опорой. С этой стороны я его держать не смогу, а я его просто положу на этот профиль и закреплю его с этой стороны. Так как сразу потолку сверлиться у меня не получается, с помощью ушек, которые на профиле, я закреплю этот профиль прямо к багету. Профиль смонтирован, а теперь нам нужно закрепить эти подвесы к потолку. Но это мы будем делать с помощью перфоратора и дюпель гвоздей. Пробиваем буром шестеркой и забиваем дюпель гвоздь 6 на 40. В общем, зафиксировали профиль с помощью ушек на семечке прямо к багету. И тем самым закрепили наш профиль 27 на 60 на том уровне, на котором нам нужно. И то есть потолок у нас пройдет точно под этим профилем. И когда мы будем уже крепить гардину к этому профилю, нам ничто мешать не будет. Ну то есть вот с этой стороны закрепили ушками к багету. И с той стороны то же самое закрепили ушками к багету. И все, вот таким вот образом одному спокойно можно смонтировать профиль 27 на 60 для гардины под натяжным потолком. Вот такой вот небольшой лайфхак. Ну, в общем, дальше происходит все как обычно. Крепим, монтируем, натягиваем натяжной потолок и уже устанавливаем гардину. Далее, я думаю, показывать уже нет смысла. Все уже практически все знают, как это все происходит. На этом, можно сказать, я закончил. Если вам было полезно данное видео, то ставим пальчик вверх. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале Перестройка 116. Всем пока-пока. Увидимся на новых видео.